На конкурс «Дети читают стихи». Попова Ирина, 9 лет. Не украшаться Вифлеем огнями. Школа номер 2 города Шебекино Белгородской области. Не украшался Вифлеем огнями в ту ночь, когда рождался наш Христос. Он признан был простыми пастухами. В хлеву Богом спать ему пришлось. Он муж скорби, изведавший болезни. Он презираем даже до сих пор. Весь мир поет рождественские песни, не дав душе Спасителю простор. В гостиницах закрыты были двери для вечного и славного царя. И ясли были вместо колыбели, Мессию принимала так земля. Ну а потом Голгофский крест и муки, и крик людской: «Распни его! Распни!» Сейчас младенца мать берет на руки, страдания же лишь только впереди. Но как волхвы спешили поклониться перед вечным жизнедателем Христом, так мы должны сегодня научиться быть Богу благодарными во всем. Не для того рождался наш Спаситель, чтоб чтить его всего лишь раз в году. Проверим же сердечную обитель, не мрачно ли ему там, как в хлеву. И если что-то в нас ему мешает, так Господину в сердце нашем жить. Пусть он с отцовской властью очищает, чтоб светом ярким мы могли светить. Пусть это Рождество для нас не будет очередным, бесплодным в жизни днем. Пусть Господь для труда Господь нас всех пробудит, зажжет наш дух негаснущим огнем. И чтоб Дух Святой повел нас по дороге, где, может быть, никто и не ходил, чтоб мы несли благую весть о Боге, о той любви, что Он в Христе явил.